Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Покупатели квартир с двойными продажами признают обманутыми дольщиками. Теперь они смогут претендовать на включение в соответствующий реестр и рассчитывать на помощь государства. Об этом сообщил замминистр строительства и ЖКХ страны Никита Стасишин. По словам чиновника, ведомство понимает, что это может увеличить список пострадавших дольщиков. Однако люди не виноваты в том, что их обманули. Включать в реестр пострадавших будут спустя полгода после того, как застройщик прекратит исполнение обязательств. Ранее для этого требовалось 9 месяцев. В то же время владельцы нежилых помещений не смогут воспользоваться господдержкой при банкротстве застройщика. Напомню, что по данным на конец прошлого года в реестре пострадавших дольщиков более 35 тысяч россиян. В списке проблемных домов свыше 1500 новостроек. Дайджест недвижимости. Между тем, в Госдуме предлагают снизить ставки по ипотеке для обманутых дольщиков. Соответствующей инициативой выступил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, люди брали кредиты и продолжают по ним расплачиваться, хотя квартиры так и не получили. Николаев пояснил, что существует возможность пересмотра условий кредитования заемщиков, и дольщики должны о ней знать. Подробные методические разъяснения о том, как снизить ипотечную ставку, разработает Центробанк. Дайджест недвижимости. Кировчане 3 года добивались права распоряжаться средствами на капремонт. Жители дома по Спасской 16А прошли несколько судебных инстанций, чтобы получить возможность копить деньги на отдельном счете. Решение об этом было принято на общем собрании еще в 2014 году, а протокол передали в Госжилинспекцию. Спецсчет собственники открыли в том же 2014 году, пишет Ньюс.ру. Тем не менее, в 2016 Госжилинспекция направила в администрацию Кирова письмо о включении дома в число объектов, не выбравших способ формирования фондов. В инспекции пояснили, что дом не предоставил справку из банка об открытии спецсчета. Собственники же утверждали, что документ был передан в ГЖИ еще 3 года назад. В 2017 году кировчане стали получать платежки от фонда капремонта и отправились в суд, чтобы отстоять свои требования. Это удалось только со второй попытки. Госжилинспекция теперь должна внести дом на Спасской 16А в реестр объектов, собственники которых могут самостоятельно копить средства. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.